Всем привет! У нас утро. Надюша вот у нас тренируется с утречка тут. Я уже отзанималась тоже. Надюша попросилась: мама, можно я тоже буду? Так, я тут против света сейчас вам снимаю, будет плохо видно. Вот. Надюшка ходит. У нее, конечно, сегодня и так тренировка будет. Ну ничего. Я думаю, не вредно будет еще с утречка. Да, они сейчас не бегают, уже на лыжах, да, вы? Чуть я осталась, 25 секунд. Спотела? Ой, я когда бегаю, я прям вообще потом. Хоть отжимай меня. Вот, Санечка нашел отвертку. Ну-ка, дай сюда. Положи-ка, надо мальчишкам туда в шкафчик. Кто-то тебе дал, да? А, ребята, тут что смотрите? А, про хомячка что-то нашли, смотрят. Сидят. Вот. Санечка пополз куда-то. Немножко уже прибрались. По дому. Ну, знаете, ребята, такое ощущение, что все бесполезно убираться. Вот только уберешься, они все растащат. Дима у нас топит печку. Только непонятно, как Дима топит тут. Надо Дима лучины было отщипнуть. Что, думаешь, за счет бумажек? Да? Ну, пробуй, давай. Пускай учатся топить печку. Так, Надюша у нас тут рисует. Что рисуешь? Закат. Закат. Покажи всем, какой у тебя закат. Красивый какой. Фломастер уже кончается, да? Угу. Молодец. Это ты домой рисуешь или куда? Дома. Дома будут? Вот Лиза тут что-то делает. Ну-ка покажи, ну что это? Ты не знаешь, это я сейчас пубочку, а это вот волосики. А, это человечек, нет, что ли? Нет, ага, Лиза взяла такую трубочку. Не знаю, от чего-то она... Было вы что-то? Тут волосики накрыл. А глазки-то будут? Будут. Он всегда ждал тебя здесь. Так. Миша и Дима вот сел. Христианский фильм я включила, мы смотрим. Как он называется? Я уже забыла. Ага, «Веришь ли ты», по-моему, 2016 год. Вот. Пускай посмотрит, он очень полезный. Сейчас молодежь такая. Надо их правильно воспитывать. Так, ребята, мы тут сели перебирать игрушки с детишками. Я вот сижу. Это Кейва. Тут Санечка, Ваня и Слава мне помогают. А это Кейва. Вот мама. Да, это дерево. Тут у нас какой-то кошмар. Я сейчас переживаю за Сашу, что он всякую мелочь в рот сует у нас. А у нас очень много здесь всяких мелких. Ваня, я не могу вообще так убирать. Уйдите отсюда. Отойдите пока, Слава, отойдите. Вот они мне тут все пытаются помочь. Вот стояли игрушки, никому были не нужны, а вот сейчас понадобились. Вот тут сани я уже отложила. Там стоит тазик с этим, конструктор. Карандаши вон набрала, видите, сколько, целую кучу. Тут у нас, что только правда нету, и краску они накидали мне. Где киндеры, Слава? Саша! А, Саша? Вот, видите, всякие такие. Он же засунет их, урод. Тут игра у нас была. Я вот выкидываю. Я тоже целый пакет собрала всякого мусора. Я периодически... Да, я периодически тут убираюсь, но они так быстро все захламляют. Тут сломанные игрушки выкинула, машинки тут всякие. Все, что им тут не нужно. Мягкие игрушки мы вообще с Сашей унесли на дом, потому что они не играют с ними. Вот оставили тут парочку маленьких и больших, вот чуть-чуть. Там еще наверху сидят. И пистолет, конечно, но... потому что тут они заваливают всеми этими мягкими. Потом вообще ребятишки не могут найти, во что играть, потому что все завалено. Вот всякие кукольные, я говорю, мешочек убирайте отдельно, тут кучку мы собираем. Да, вот Саня, на свои игрушки. Вот твои игрушки, это закопали. Не найдешь. Вот игрушки твои. Очень много всякого конструктора, вот за него я переживаю. Ой, не попала, мама. И резиночки. Потом надо заплетаться. Мы резинку не можем. А они все здесь лежат. Девочки заплетают кукол.
короче, мусорка, желание у меня сейчас просто все это выкинуть. Ну, я думаю, не мы одни такие. У кого есть дети, тот меня поймет сейчас. О чем я говорю? Да, вот сейчас... Сейчас я вообще туда попасть не могу. Саня, вы обнаглели совсем? Мужики? А, мужики? А, мужики? Мужики, дайте убраться. А, мужики? Все, маму забаррикадировали. Ну, ребята, в общем, я тут сижу. Такая никакая вообще. Не обращайте внимания на мое состояние. Мама пыталась убраться, но ей не дают. Вот срочно всем сразу сюда понадобилось. Так всегда причем. Да. Что нашли там интересного? Ну все. Вон они, видите, что? Закрыли вход. Ладно, дайте я ногу-то вытащу хотя бы. Пойду я. Придется попозже потом доубираться. Сейчас вот карандаши распределю. Дайте встать человеку. Идите, идите, ройтесь там, ройтесь. Ройтесь, свинюхи, ройтесь там. Понабросали все подряд. И бумажки тут, и все, все у них тут. О, конструктор, надо его вообще спрятать. Карандаши нашла. Всякие разные. Надя, на вот это все убирай в пакет, который я тебе дала. А, молодец. Будут тренированные пальцы. Вот сколько нашла линеек. Доча, вон тебе убери, вон в тот черный пакет я вам дала. Так. Карандаши надо наточить, и еще дома будете рисовать. Они еще нормальные. Ничего, что они маленькие. Пойдут еще. Так, вот кучу резиночек нашла. Ребята, кто-нибудь печку смотрит у нас? Надюша, отнеси это. Никто не смотрит печку. Так, печку надо подложить. Мы сейчас переделали трубы. И у нас стало все прекрасно. До этого мы не показывали вам видео, не стали снимать. Печка у нас очень сильно долбила. И так очень долго продолжалось. Это вот, ну, я не знаю, мужчины поймут, наверное, когда горячая вода. У нас, видите, там, я не знаю, не увидите вы сейчас. В общем, там у нас батареи эти, или как они, трубы, которые очень быстро нагреваются. Их там очень много, вон полная печка. И горячая вода поступала в трубы, во все остальное отопление в доме. И очень трубы не успевали прогонять горячую воду. И, в общем, все это дело долбило так сильно. Вот мы много лет слушали это все. Вот прям, знаете, звук такой. Горячая вода гонит холодную. Фу, ну вот мы не стали вам, в общем, это все снимать. Этот процесс. Иногда начинаешь съемку, начинает батареи долбить. И приходилось прекращать. А сейчас вроде бы такого не происходит. Не трогать нож, правильно, не трогай нож. Сейчас такое у нас не происходит. Нож этот у меня специально, мы его завели, чтобы лучинки врезать отдельно. Вот. Потому что сейчас, ну, мы надеемся, что не задолбит. Этот дяденька, который нам делал, он сделал все по уму. По науке, он всю жизнь занимался отоплением. Ну, вроде бы все правильно сделал. Тот, кто делал в этом доме отопление, сделал его неправильно. И поэтому был такой звук, такой, знаете, долбежный, такой бум-бум. Прям, знаете, на улице было слышно. Люди, которые живут рядом, наверное, слышали это. Этот звук у нас на улице, когда топится печка. Так каждый день происходило. Сейчас вот, слава богу, такого нету. Наконец-то мы избавились. Добрались таки. Зима на носу, а мы тут до отопления добрались. Вот. Вот такие у нас пироги.
Так, вот Лиза сделала свою поделочку сама. Ну, расскажи, кто это? Дядечка? Это девочка. А, это девочка даже. Это у нее юбочка. Ну, а похоже на дяденьку, если честно. Шапочка, видишь, волосики тут такие, как, знаешь, такой профессор. Ну, молодец, Лиза сидела, занималась. Так, фильм у нас только сидит, теперь Миша смотрит. А, Надюша, ты смотришь все-таки? Ну, интересно, если честно, я вот так вот смотрю краем, тут глазом убиралась сейчас в комнате. Там дяденька раком болеет, да? Ну, очень жалко. Ну, ладно, смотрите. Я вот пытаюсь тут доубираться, но опять Ваня атакует коробочку с игрушками. Сколько мусора набрала. Тут еще домашний мусор, ну и игрушки старые. Потом уже доубираю все это. Вот, папу нашего еще нету. Еще он не приехал, иногда он поздно приезжает. Что у нас там на градуснике? Минус 12 у нас. Вот, у нас там на улице. Снега нет. Мы не помним, что завтра будет плюс 3. И посмотрим. Так, завтра же у нас еще ребята едут на соревнования. Ты что там плакал? Не плачь. Так, сейчас он доберется до карандашей. Убрать. Все убрать. Вот, на тебе колесо. Колесо большое, тебе можно. Вот. Лиза попросила меня повешать его, я повешала. Это все-таки мужчина или кто? Мужчина. Ладно, мужчину повешали мы. Вот, резиночку мы на животик одели, а там на иголочку прикрепили. И Надюша сегодня, ой, тут что загораживаю, солнышко рисовала. И вот человек на солнце смотрит.